Впереди субботники по очистке территории. Многие дачники уже начали обрезку деревьев и кустарников после зимы. Чтобы уничтожить прошлогоднюю листву и ветки, армавирцы иногда сами разводят костры у себя во дворах. Подобные действия приводят к печальной статистике. За истекший период 2018 года у нас зарегистрировано 3 пожара со значительным материальным ущербом. В прошлом году их было 16. В этот период погиб один человек в 2018 году, пострадало в 2018 году 2 человека. С начала этого года ущерб от сжигания сухостоя составил 250 тысяч рублей. Тем, кто игнорирует предупреждение и надеется на авось, необходимо помнить, что ветер может перенести искру от костра на 50 метров и таким образом поджечь сарай или жилой дом. По земле огонь распространяется со скоростью 30 метров в секунду. Поэтому собранные ветки и сухую листву самостоятельно сжигать нельзя. Подобный мусор необходимо вывозить на специально отведенные места, которые есть во дворах и на территории дачных хозяйств. Кроме того, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Желательно на каждом садоводческом участке иметь емкость с водой 200 литров. Или огнетушитель, для того, чтобы можно было воспользоваться в случае возгорания травяной растительности. Руководителям объектам произвести проверку пожарных водоемов, пожарных гидрантов, первичные средства пожаротушения, огнетушители. Армавирцы должны помнить, что попытки самостоятельно сжечь сухостой могут закончиться внушительными штрафами. Если жители частного сектора заплатят от 2 до 4 тысяч рублей, то юридическим лицам придется раскошелиться и выложить кругленькую сумму до 200 тысяч. Лариса Юровская, Артур Карджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».